Так, ну все, и вновь я с вами, дорогие друзья. Лаги пропали полностью, как я уже и говорил. У меня бывает такое иногда. Надо просто перезапустить системный драйвер. Точнее, нетворк-карту, правильно. Вот сейчас спокойно, так, стабильно 4 с лишним битрейта. Ну, точнее, 4 мегабита с лишним битрейта, поскольку там еще плюс аудио. И ждем, сейчас двоих игроков команды GT Multigaming. Это Йоко и Граф. Он, возможно, курит, он, возможно, еще чем-то занят. Это не важно. Главное, что лаги прошли, а остальное само по себе пойдет, как говорится. И я даже не знаю. Сейчас, мне кажется, одну вещь надо будет спросить у команды Orion Esports. Если у них сегодня матч на StarLadder'е. Так. Потому что если есть, я бы очень бы хотел его застримить. High latency detected from the server. Тьфу. Ненавижу XFM за эти сообщения. Сейчас по 100 раз придется писать игрокам, оказывается, что я реально по 100 раз писал. Ой, последний, извиняюсь. Так, ну что, башраунд сейчас будет у нас проходить, скорее всего, если, конечно... Да, башраунд, если я могу, спокойно спада отправить. Да, я что-то завтыкал, я думал, что сегодня играют у нас Orion Esports против Noctautic Multigaming, но, оказывается, они отыграли уже вчера. Моя вина. Ну да ладно, будем мы стримить тогда дальше против GT Multigaming. Извиняюсь, опять забыл руку, все, затыки пошли, все, уже туплю, реально. Ну ладно. Врываемся мы в матч. Правильные стоят. Да, правильные. И смотрим мы первыми за кем? За графом бы посмотреть, потому что начинал он на прошлой карте не очень, но потом, естественно, вместе с Редисом они делали такие раунды, что мама не горюй. Тот сидит его с гранаты за спутника. Проследит он бета-хаус, прокидывает ключи. Видимо, фейловый, или же это была чья-то чужая граната. Простреливает ключи, ни в кого не попадает. Смотрит кафешку, тоже никого не видит. Смотрит потихоньку Крис Хаус. Вэлли тем временем минус на Йока. Граф смотрит на Хаус, но на им еще минус псих. В меньшинстве сейчас GT Multi, фейкает и плантер. Простреливает граф все-таки в надежде убить кого-нибудь на ключах или в кафешке. Будет сейчас подниматься вражеский игрок с ключей. Граф это должен был, да, услышал он это. Простреливает он вверх. Не попадает, видит он вражеского рашера, его коцают, но он опять-таки не может его до сих пор убить. Граф закоцан на минимальных хелсов, Джуси запрыгивает в бэкхаус, убивает он там графа. Джуси еще минус вилл на бете, и остается один редис, убивает он Вэлли. Где же редис? Он в подвале. Будет он пробовать убивать снайпера на дереве. Видел он снайпера, не убил его, подбирает гашетку, выпрыгивает, убивает Тоя. 1-3 ситуация, но у него нет планта и троих людей. Сейчас надо ему убить, скорее всего, это без шансов. Прыгает на первый альф, есть там вражеский ассол. Перестреливается с ним, коцает, но Носвит его убивает с кафешки. Счет становится 1-0. И ведут у нас после... По окончанию первого раунда команды МДС Нукс. Но все может измениться. Итак, посмотрим за Джуси. Гашеткой на бете. Будет он ждать гранаты за прилавком. Но граф его убивает в дым. Таки прострелил. То здесь тоже в дым постреливает. Носвит минус Йоко и редис минус Носвит. В большинстве остались GT Multi. Надо оправдываться. Ой, извиняюсь. Надо оправдывать свое преимущество. Той до этого дал минус на психи с гранаты. И на этот раз 3-3 в команды. Граф убивает ноунейма. Коцает редис под подвалом Вэлли. Все-таки добивает его с дигла. Остается один Той против троих. Вилла редиса и графа. Слышал он плант. Простреливает. Не попадает. Видит он там вражеского снайпера. Это граф. Но тоже не попал в него. И вилл убивает Той. Сейчас становится 1-1. И как я уже сказал, первый раунд ничего не значит. Так, за кем бы посмотреть? Лучше за психом. Гашетка, которая вроде как играет на бете за команду GT Multigaming, прокидывает он кафешку и пробегает по центру. Коцает там он Джуси. Ну и Джуси его убивает с гранаты на серой машинке. Йока закоцали, но Нейм добил его.
Редис минус на Джуси. Вэлли проходит на траву. И в большинстве сейчас интенсив нубс. Правда, ни одного из них игроков нету на бете. Есть только один человек, один ассолт в кафешке. Трое из них на альфе. Но это достаточно, чтобы не дать поставить план. Вилл прокидывает, если... Я не понял, куда эта прокидка пошла. Вроде за Ахаус куда-то, но никого она там не убила. Фейкает, заходит в автобус. Ждет, чтобы Редис выцепил кого-то из сальфы. Или же граф. Неважно. Граф смотрит в сторону столов. В надежде увидеть там снайпера. Вилла коцает, и Ноусвит еще добивает его. Редис перестреливается с кем-то на альфе. Наверное, это Вэлли. Коцает его до половины хилсов. Он сразу же остановился. Просвет под первой альфе, никого там не убивает. Под подвалом уже есть гашетка. Уходит она обратно на траву. Графа коцают на бете. И 35 секунд остается команде GT Multi, чтобы убить четверых, что вряд ли, или же поставить план, что более возможно. Убивает все-таки Редис Вэлли. Заходит на первую альфу. Зачем он вытащил Дигл? Мог нонейма убить спреем с калаша. Но нет, нет, он вытащил Дигл, соответственно, промазал все. Остается один граф. Дверь видит первую альфу, убивает нонейма. У него есть двое игроков, сконцентрированных на кафешке. Видит он вражеского снайпера, знает, что есть за прилавком. Поворачивается, коцает, он там на свице, и той выходит на него с каршетки, убивает. Сейчас становится 1-2 в пользу команды Intensive. И посмотрим мы за второй гашеткой команды Intensive Noobs, это Вэлли. Он вроде как тоже будет играть... Нет, он играет на альфе, все-таки поменялись они сейчас в Джуси. Проходит он на бету. Ничего не смотрит. И сейчас должен встречать вражеского рашера, но не смог, псих его убил. Но Нейма взорвали под альфой. Его взорвал Редис. Джуси дал минус псих на бете. Редис простреливает бета-хаус. Но вроде как Джуси уже на ключах. Прокинули ему тут сюда гранату, но не убили, потому что он слишком глубоко засел. Перестреливается Ноусвит с кем-то на альфе. Это, скорее всего, Редис. Нет, это Йока. Видит он в кафешке Ноусвитца. Коцает его. Но не убивает. Наверное, не знает, что Джуси на ключах. Ой, извиняюсь. Ой. Так вот, граф перестается с вражеским снайпером. Видел, как той прокинул гранату. Убил его, Джуси убил на бете Вилла. У графа нет девайса. В принципе, невыгодно сейчас перестреливаться с гашеткой. Начинает в него стрелять Джуси, не попадает. Подбирает все-таки себе девайс и будут оттягиваться на альфа-план GT Multi. Йока перестается с кафешкой. Графа добивает, но свитца. Остается один Джуси против троих. План еще не поставлен. Но видел его сейчас Редис и убивает его. Сейчас становится 2-2. Так, пора бы посмотреть за ассолтом, например, за Редисом. Ассолт, играющий за атаку на фонаре, или же на, в районе спутника. Граф минусует Тоя. Редис пробегает на угол. Видит он вражескую гашетку по центру, не попадает ни одного патрона, убивает его Джуси. И Вилл встречает Джуси тоже в том самом подвале с бета-хауса. Закоцали нонейма до минимальных хилсов, там свитч минус самого Йока. Вилл будет пробовать поставить, всех минус на свитч. И Нунэйм находится на первом альфе. Перестреливается с психом, который в кафешке, подобрав себе девайс, убивает он Нунэйма, простреливает второй альфу. Есть там вражеский игрок, если не ошибаюсь, это... Нет, не было там вражеского игрока, Вэлли был до того там. У него есть дигл, есть гашетка, есть 30 секунд, откинул он гранату, но есть еще три игрока, которые... которых надо убить, точнее. На траве он простреливает фонарь, никого не попадает. Есть на первом альфе, точнее под альфой вражеский раш, убивает он психа. 15 секунд, двое игроков, и это без шансов. Граф убивает его с центра, еще становится 3-2. И посмотрим мы за ноунеймом. Ассолт, который играет на альфе за Intensive Noobs. Прокидывает он дым на центр. Будет проходить, как я и сказал, на альфе. Прокидывает еще и траву. Идет гранат, простреливает первый альф, никого там не попадает. Зеленая машинка была взорвана уже который раз. Джуси минусует псих из гранаты. Йока минус Джуси с гашетки. И Вилл тут у нас на втором спутнике. Смотрит кафешку. Видит, перестреливается с кем-то на первом альфе. Вилл еще минус Ноусвит. Остается еще втроем. Вэлли Той полностью закоцанный. Против еще Нонейм. Против Вилла, Редиса, Йока и Графа. Редис у нас выходит перед фонарем. Перед фонарем будет он идти под подвал. Сейчас надо убивать гашетку, которая справа от него. Наверное, знает об этом Редис, но Вэлли его убивает. Но Нейм еще убивает Йока. И остаются сейчас в меньшинстве. До того они были в большинстве. Двое игроков команды GT Multi, Граф и Вилл. Уже 2 на 2, потому что Граф убивает Тоя. Вилл еще минусует Вэлли. Два ответных минуса. Но Нейм минус Вилл. Один в один.
Снайпер против Ассолта. Знает граф, где находится Вилл. Видит он его текстурку. Можно было бы подпрыгнуть. И так рискованно не стоит ставить плант. Но Нейм не решается встать. Будет смотреть он, как будет граф убегать. Но граф до сих пор лежит на планте. Но Нейм этого не понимает. Перезаряжает он зачем-то снайперку, но у него есть гашетка, и не надо лишний раз палиться. Все-таки решает он отойти от планта, но Нейм это прекрасно слышит. У него 30 секунд, точнее уже 25, торопиться некуда. Но все равно, граф у нас гашеткой. Встречает он с ключей, но Нейм убивает его, счет становится 4-2. Из опасной ситуации опять победил, и граф вытащил его за. Так. Посмотрим за Джуси, Рашином команды Intensive Noobs. Будет он проходить на этот раз по центру, нежели на бету. Котлет он нам кого-то с гранатой за спутником, и сейчас надо будет встречать подвал. Но упорно ждет там игрок. Видит его Джуси. Не зря спалился, коснул Элиса, но, естественно, не добил. И сейчас выходит так, что обе гашетки команды Intensive Noobs находятся на альфе, но вроде как... Предпринимал попытку Джуси сместиться в кафе. Что и сделал. Йоко минус Вэлли. Будет пробовать Джуси. Нет, не решается. Он поднялся на бета-хаус. Но его простреливает псих. Точнее, выпрыгивает на него на ключи. Но Свитс минус псих на ключах. Билл фейкает. Заходит в автобус. Визис на фонаре. Простреливает он кафешку. Йоко уже на альфе. И сейчас надо бы встречать вражеского снайпера. Но нет, не вовремя он поворачивается. Точнее, слишком поздно. То и убивает Йоко. Ситуация 3-3. Но, в принципе, естественно, преимущество здесь атака. Кинули дым Виллу, и сейчас имело бы смысл ставить на планте. Но он этого не делает. Соответственно, его простреливает No Name. Граф подбирает плант, фейкает. No Name еще минус редис. No Name еще стреляет в графа, но Свитс его убил прострелом. И становится 4-3. Пока что лидирует GT Multigaming. Напомню, первый матч они выиграли со счетом 13-6. И играли они на карте Краш. Что ж, за кем бы посмотреть? Редис тем временем, как я думал, минусанул Джуси с гранаты. Граф здесь за спутника простреливает кафешку в дым. Ни в кого не попадает, но там всегда бывает на Свитс. Но Свитс же за кафешкой. Быстрый план счет поставил Йоко. И 5-4. Нужно, естественно, этот раунд выигрывает. Но Свитс минусует Вилла. Псих минусует но Свитса. Граф смотрит подвал. Той убивает гашетку на ключах. Редис еще минусанул но Нейма. И все равно в большинстве сейчас GT мульти. Вэлли и Той против Редиса, Йока и Графа. Плюс поставленный плант, соответственно, минус секунд на таймере. Видит Граф на бета-планте вражеского снайпера. Не попадает его стоящего, но убивает он Вэлли. Той убил тем временем Йока на бета-планте, и Граф все-таки добивает Тоя. Счет становится 5-3. Так, секунду. Тут кое-что забыл. Вспомнил в последний момент. И мы посмотрим за Тоем. Снайпером команды Intensive Noobs. Выпрыгивает он на центр, видит там гашетку. Простреливает все-таки в дым, убивает психа. Проходит он на первые руины. Наверное, будет идти дальше на траву. Все-таки будет он думать, что есть гашетка на альфе. Но есть, но это Йока, но он не на траве. Редис еще минус Вэлли, играв еще минус Джуси. Быстрые три минуса от команды GT. И Intensive Noobs опять в меньшинстве. Но Свитс и Той против четверых. Вилла, Редиса, Йока и Графа. Ставится плант, Той прокидывает его. Коцается Йока на втором альфе, но Свитсом. Вилл фейкал все-таки. Редис прямо перед первым альфой, но Свитса коцает в кафешке. И очень так нехиленько. Той убивает Йока, граф добивает, но Свитса. Той проходит в подвал, его простреливает Вилл, сейчас становится 6-3. И, по идее, если Intensive Noobs хотят иметь какой-то шанс выиграть эту карту, мне кажется, им нужно брать сейчас все эти раунды. Потому что если какое-то преимущество атаки имеется, оно и должно иметься, по идее, значит, что дефенс они могут, в принципе, так же отыграть. Но это уже не важно, игра пойдет, как говорится. Вэлли на Апланте, ждет он кого-то с первого альфа, но все-таки решил повернуться на траву. Граф минус Джуси. И опять в большинстве, в первую очередь, GT мульти. Вэлли прокидывает флешку на подвал. Видит он на вражеского рашера. Йока убивает его. Ситуация 4-4. Прокидывает он Б. И пока что не торопится. Не торопится он проходить на подвал, потому что там есть вражеский ассолт. Там есть редис, который спокойно его может убить. Вилл убил с гранаты Вэлли. Псих еще минус но Свитс. Который раз. Ну, Нейм на втором альфе. Будет он, наверное, пробовать, по крайней мере, убить психа. Граф дал минус Той. Остается 1-4, но Нейм
против психа Вилла Ридиса и Гафа. Поставил плант еще и Вилл, и если это без шансов, Ридис приходит в спину нонейму и убивает его. Сейчас становится 7-3. И за кем бы посмотреть? Посмотреть бы за психом. Он уже не первый раунд ходит сразу в кафешку, не проходя на Б. Если я не ошибаюсь, может он проходит на Б, так по фасту стрельбе, еще убивает особо. Но сейчас он, естественно, проходит на Б, смотрит он Б-хаус, смотрит он между, проходит ближе, глубже в арбузы. Вэлли дал минус на Редисе. И кажется, он прошел на фонарь, но Свитс минус еще на Йоко. Джуси минус на психе. 5-2 ситуации, и сейчас надо выигрывать этот раунд Intensive Noobs. То и простреливает угол. Где же игроки команды GT? Вот Вилл, он на складах, косит он там вражескую гашетку, надо, в принципе, добивать. Добивает он Джуси, но Вэлли до этого дал минус еще на графе, и Мосвиз дает минус на Вилле. Еще становится 7-4. И опять-таки, как я сказал, как можно больше раундов на дефенсе, потом уже от этого отталкиваться на атаке. Йоко берет плант. Будет, наверное, второй раз за матч делать фаст-плант. Пропрыгивает на коричневый. Редис минус ноунейм. Прокидывает он себе гранату, чтобы взорвать машинку. Редис еще минусует Джуси. Но Свис минусует Редиса и не дает ему сделать третий фраг. И той, по идее, должен был сейчас видеть Йоко, но, наверное, смотрел он в линзу. И Йоко спокойно поставил, хотя в полный рост у него на экране стоял, наверное, той. Убежал в бэк-хаус, остается в коридоре, смотрит он траву. Видит проходящего Вэллин под подвал. Передал, наверное, инфу, но нету вроде ассолта на фонаре. Да, есть только Вилл на спутнике, будет он смотреть центр. Вэлли здесь под подвалом, все прыгает и суетится. Вилл убивает Носвитца, и Вилл еще удает минус на Тоэб. Сможет ли он дать третий? Поднимается к нему, по идее, сзади Вэлли. Нет, он у него прямо под ним, и это без шансов. 7 секунд, 4 игроков, это все. Еще становится 8-4, секунду на секунду. Вэлли убивает графа. И все, счет 8-4. Смена сторон и 4 раунда. 4 раунда. На 4 раунда впереди сейчас GT Multi. Вэлли раздает. 7-10 идет Вэлли. Но Свист 10-8. Граф 15-5. А Йоко 3-10. Но напомню, граф был тем игроком, который, ну, в начале краша. В начале краша был, грубо говоря, аутсайдером. Сейчас же он вроде наверстывает все упущенное, как говорится. Ну ладно, ждем мы пока. Да уже не ждем. Рухнул последний игрок какой-то из команд. Пошел отсчет. 5 раундов для команды GT Multi, чтобы выиграть уже второй матч подряд против той же самой команды. Команда Intensive Noobs же надо взять 9 раундов. Не уверен, что они смогут, потому что это слабая сторона. Сильная сторона, я что-то перепутал. Но псих дал минус на Джуси. Первый минус за раунд. Будет он встречать вражеского игрока на складах, но все-таки не вовремя он отвернулся. Той убивает его. Ситуация 4-4. У Вэлли есть плант. Он на Б. Прокидывает флешку на ключи. Никого там не видит. Видел Редис, как он спрыгнул туда. Убил его. Граф еще дал минус на Той. Йоко будет проходить на фонаре в подвал. Но перед фонарем на количестве машинки стоял Носвитц. Убивает он Йоко. Граф высматривает кого-то на центре. Смотрит он в дырку. Вилла коцует. Но нейм убивает Вилла. Ситуация 2 в 2. Внезапно из 4 в 2. Но граф дает минус на Носвитце. Важный минус для GT Multi сейчас. И нонейм остается один в подвале. У него нет планта. И Редис минусует его со второго альфа. Еще становится 9-4. Независимости от того, что GT Multi сейчас отыгрывает на слабой стороне преимущество. Ну, точнее, я не то, что преимущество, а вот именно то, что они раунды берут вот в таких раундных ситуациях, это однозначно означает то, что они были готовы противостоять Intensive Noobs. Йоко прошел по центру. Есть здесь снаружи. Быстрые два минуса с гранат. Редис минусует Носвитца. Псих минусует еще и Тоя. Дает он минус 2 на фонаре. У него есть калаш, видит он вражеского игрока на складах. Это Джуси, закосывает его до минимальных хаусов. Будет бежать за долгожданным фрагом. Джуси находится вроде как за клумбами. Видит псих, как он пропрыгнул туда, налево. Убивает он еще и Джуси. До того Джуси убил Йоко. Дает 4 минуса сейчас псих. Сейчас становится 10-4. И всего лишь 3 раунда. 3 раунда остается GT Multi Gaming, чтобы выиграть этот матч. Напомню, псих дал 4 минуса. Один с гранаты, 3 с гашетки. Точнее, 2 с гашетки, 1 с калаша. Финальный. И будем мы смотреть за Тоем. Простреливает он центр в дым. Но Свитц убивает психа. До этого псих убил Джуси. И Йоко еще минусанул Вэлли. В меньшинстве опять остаются Intensive Noobs. Тоя коцует на Бетти. До минимальных хилсов. Это, наверное, Редис с альфы. Да, он находится на втором альфе. Будет он смотреть дверку. Вилл еще минус нонейм. В меньшинстве опять...
уже, ну, не так, не в таком большом меньшинстве, но все-таки, опять-таки, в меньшинстве, но Свитц и Той против графа, Йоко и Вилла. Коцают графа на... Где же граф? Граф на траве. Наверное, был до этого за хаосом. Смотрит на коробки, ждет, чтобы кто-то высунулся. Но не собирается этого делать. Интенсив мувс. Той прокидывает ключи, но там никого нет. Зря потраченная граната. Лучше бы он прокинул ее на траву. Граф тем временем в подвале. Йока поджимает за спутника. Граф опять коцают, но не убивают. И очень-очень осторожно сейчас играют Intensive Noobs, но граф дает минус той из подвала. И Йока дает еще минус, но Свитц. Счет становится 11-4. И два раунда осталось для Team Ultigaming, чтобы выиграть второй матч подряд у Intensive Noobs. Intensive Noobs, надо как-то собраться. В предыдущем матче они этого сделать не смогли. По одной простой причине, то что... Ну, не знаю, был счет 11-6, и два раунда подряд у нас вроде взяли там Джити Мульти или 11-5, не помню. Но прошли здесь минуса, псих минус той, вил минус Джуси, и нос вид минус псих. Сейчас 3 в 3 остались команды, и могут пробовать Intensive Noobs оправдать это как бы, ну, равную ситуацию. Вил на ключах, но нейм за спутником, чуть ли не на респе, прокидывает он вроде как кафешку. Да, прокинул он за прилавок, но вил на этот раз не за прилавком. Небольшой сюрприз для Intensive Noobs. Он на ключах. Убивает он на Свитца на бете. Редис минус no name. Вэлли остается один. У него есть одна минута. Три игрока. В принципе, одна минута. Это огромное количество времени, чтобы найти их. Но сможет ли он их убить? GG уже пишет Джуси, сдавшись. Но это... стоит напомнить, что этот раунд... Ну, этот раунд только... Это не решающий раунд. Этот раунд может быть раундом в ничью, грубо говоря. Но Вэлли убил... Вилла в кафешке. Прицеливается он со снайпером, это граф. 35 секунд, двое игроков. В принципе, достаточно. Но граф его коцает. И один патрон остался в Вэлли, чтобы умереть. Простреливает еще, граф его убивает. И это решающий раунд, матчпоинт для команды GT Multigaming. Итак, посмотрим мы в последнем раунде за одним из игроков Intensive Noobs. Пусть это будет Джуси. Будет он проходить на бету. План был оставлен за спутником. Две кошетки сейчас идут на бету. Это Вэлли и Джуси. Зафлешили их. Редис дал минус Вэлли. Но Свитц минус Редис. И Нонейм минус Йока. Неосторожно сейчас начали отыгрывать раунд GT Мульти. Псих дал минус на Джуси на бете. Где же псих? Господи, его уже убили. Той минус псих. Вилл минус Нонейм. 2-2 ситуация. Intensive Noobs. Надо выигрывать этот раунд, чтобы продолжить дальше играть матч. Либо же проигрывать, чтобы просто уйти проигравшими на обоих матчах. Напомню, игрался первый матч, который должен был за какое-то определенное число играться. Счет закончился счетом 13-6 на карте Crash. Там выиграли GT Multi. И сейчас GT Multi разыгрывает Crossfire, где счет 12-4. Но Той убивает графа, и NoSwitz убивает Вилла. Все-таки хотят еще попробовать затащить команду Intensive Noobs. Достанется 12-5, но все равно GT Multi... с огромным преимуществом лидирует. Надо им взять всего лишь один раунд. Посмотрим мы за психом. Будет он пробовать пойти по центру. Кидает он флешку на бету. Кидает еще и гранату. Его самого тоже флешут. Но не будет он ходить по центру. Редис минус той из гранаты. Слева от психа есть вражеский игрок. Он спрыгнул на ключи. Это был Вэлли. Убивает он Йока. Джуси еще минус вилл. Псих минус Джуси. Вэлли на альфа втором. Простреливает он ключи. Коцает там психа. Но Нейма коцает Редис. Убивает его. Но Свитц еще минус псих, и Редис забирается вообще на фонарь, и будет он ждать планта. Граф с гашеткой на бочках ждет, чтобы высунулся оттуда Вэлли. Прифайрил и, соответственно, спалился. Вэлли сейчас знает, где находится граф, и еще NoSwitz убивает Редиса. Опять остается один граф против двоих, убивает он Вэлли. Решающий раунд, ставится плант. Видит он ассолта NoSwitz, не попадает он в него, и, соответственно, NoSwitz добивает закоцанного графа. Сейчас становится 12-6, и никак не могут GT Multi разжевать то, что им положили уже в рот. Надо болеть последний раунд, потому что, ну, не вариант отыгрывать здесь MS3. Может произойти что угодно. Видит двоих на центре граф. Никого не попал, простреливает в центр в надежде компенсировать данный промах. Джуси на первом матче. Пристреливается он с Редисом. Его, точнее, не с другим рашером, его убил Редис. Граф дал минус на Вэлли. И до того прошли вроде минуса по NoSwitz и Виллу. Псих здесь вообще на втором крысхаусе. Пристреливается он с вражеским снайпером. То есть прыгивает.
Есть пару патронов у психа в дигле, но не попадает он ими. GG уже пишут. Команда Intensive Noobs. Псих минус нонейм с дигла. Остается один той в респовом рынке или в респовых магазах. Я даже не знаю, как это называется. GG пишут. Вся команда Intensive Noobs. Той убивает психа. Остается 1-3 против Редиса, Йоко и Граппа. У него есть снайперка, есть дигл, есть 50 секунд. Сможет ли он что-то здесь сделать? Его простреют. Минимальные хелсы. Убивает он Редиса. Наверное, тот пытался его зарезать, но черт его знает. Возможно, не среагировал. Убивает он еще Йоко! И сейчас, наверное, неоправданным был выход из сервера, если не ошибаюсь, нонейма. Остаются снайпер на снайпера. 34 секунды есть у Тоя, чтобы поставить плант. У Графа же просто 29 секунд, чтобы дождаться. Той кинул себе дым. Он до сих пор на респе. Плант находится вообще за будкой. Граф на втором спутнике. И все-таки добивает он Тоя. Не дает он ему затащить. GG. Второй матч подряд. Выигрывает команда GT Multigaming. Первый матч проходил на карте Crash. Второй же матч проходил на карте Crossfire. Первая карта закончилась со счетом 13-6. Вторая карта закончилась со счетом 13-4. Ой, господи, какой 4? 13-6 тоже. Просто до того было 12-4. Я думал, последний раунд все-таки возьмут GT Multi. Но все-таки они жевали долго. Сейчас будет стоп-старт стрима. Я не уверен, есть ли на сегодня еще какие-либо матчи. Но после того, как остановится стрим, я опять вернусь. Буквально 5-10 минут я буду писать всем возможным командам. Если кто-то из них как бы будет играть, соответственно, я застримлю эту игру. Если нет, я распрощаюсь на сегодня со всеми и, наверное, буду завтра что-то стримить, поскольку завтра суббота, много игр. И так вот, вернусь через...